Такая подвижная разминка не только улучшает настроение, но и помогает согреться. Сегодня в этом дворе настоящий праздник. Разноцветные шары и такие же яркие эмоции. Для мальчишек и девчонок открыли новую площадку. Кроме традиционных качелей и песочниц, которые и раньше служили развлечением для местной ребятни, теперь здесь есть современный спортивный игровой комплекс. Альфия уверена, что первые спортивные достижения ее дочка сделает именно на этих тренажерах. Пока ребенок у меня маленький, сначала качелики, горки маленькие, а потом уже и тренажеры нормальные пойдут. Просто думаю, спортом должен заниматься у нас каждый. Поэтому все равно это нужно, это важно, ну, не только мне, это важно всем детям. Ну, я думаю, правильно, как сказал ведущий, будущее вот за кем. В спортивный комплекс входят 6 тренажеров. Особенность площадки в том, что она подходит и детям с особенностями развития. Тренироваться на них можно с 6-летнего возраста. Александр Коваленко сам в прошлом спортсмен. Уверен, что подобные занятия будут полезны многим ребятам. Посещать специальные спортивные комплексы есть возможность не у каждой семьи. А эти тренажеры расположены прямо во дворе дома. 3 тренажера из 6, которые направлены именно на верхний плечевой пояс и также на нижний. То есть данный комплекс позволит детям развивать те отклонения опорно-двигательного аппарата в первую очередь. Еще не закончилось официальное открытие, а новое место отдыха уже облюбовали дети и их родители. Этот двор в Чкаловском поселке один из самых многочисленных. Здесь более 300 мальчишек и девчонок. Приходят и ребята из соседних домов. Здесь наибольшее количество детей есть, и в том числе есть детки с инвалидностью. И вот есть потребность именно в такой площадке для данного двора. Новая инклюзивная площадка построена в рамках проекта «Мир доступный для всех». Он реализуется в Омске недавно. Но организаторы обещают, что в скором времени подобные игровые комплексы появятся и в других дворах города. Любовь Федорова и Максим Баринов, Антенна 7.